После 8 лет скитаний оркестр Саратовской филармонии снова может играть в родных стенах. Открытие очередного 78-го филармонического сезона совпало с открытием отреставрированного после пожара концертного зала. Его, кстати, увеличили, и теперь он готов принять до 800 зрителей. Также в ходе реконструкции была увеличена площадь балкона и сценической коробки. Музыкальный инструментарий пополнился 3 роялями. Кроме того, будут широко представлены различные музыкальные жанры – фортепианная, органная, скрипичная, виолончельная музыка. В качестве солирующих будут использованы такие менее популярные инструменты, как кларнет, саксофон, флейта, контрабас. На саратовской сцене выступят Николай Луганский, Данил Крамер, Никита Власов и многие другие. Первым оценил возможности обновленной филармонии маэстро Эммануэль Лидюк-Баром. В сезоне 2014-2015 года он принял руководство саратовским оркестром. Я знаю, что многие музыканты в Саратове очень долго ждали этого зала, и для меня честь играть вот в только что сделанном новом зале. Для меня это была большая честь получить предложение работать и дирижировать здесь, и, конечно, я был 1000 раз согласен.